Эй, что делаешь? Арт, не видно, что ли? И это ты называешь артом? Всем привет, дорогие друзья! С вами Демон Крафт. И сегодня я вас научу, как делать красивые арты в Garry's Mod. Этот урок будет разбит на две части. Но не будем медлить, поехали! Итак, вот мы и на карте. И первое, что мы должны сделать, это выйти из карты. Отныне, если вы хотите делать красивые скриншоты, нужно забыть про скриншоты на уже готовых картах. Теперь заходим в настройки, видео, дополнительные параметры. И выставляем все на максимум. Теперь вы заходите в описание и ищите ссылку с названием SKProps. После захода на сайт нажимаете скачать. Да, аддон весит целый гигабайт, и качать вам придется его долго, но тут уж ничего не поделать. Дальше вы переходите по второй ссылке, но это вы качаете по желанию. Если вы не хотите качать 2 гигабайта, и вы не хотите делать слишком большие и масштабные сцен-билды, то тогда сразу же переходите в мою коллекцию, которую я создал для вас, и качайте ее полностью. Здесь все инструменты и пропы для красивых сцен-билдов. Самым обязательным аддоном является Soft Lumps. Его качать 100%. После того, как вы все скачали, вы запускаете карту GM Black V3. Итак, вот вы загрузились. И для начала введем первую команду. Все консольные команды будут в описании. Теперь, когда мы ввели эту команду, мы можем хоть что-то увидеть. Теперь, чтобы у нас была хоть какая-то поверхность, мы заходим в пластик и ставим вот этот проб. Обязательно кликните правой кнопкой мыши и нажмите «Сделать постоянным». Теперь вы его случайно не передвинете физганом. Дальше. Как вы можете заметить, у нас очень маленькая дальность видимости. Для этого переходим в Entity, Editors и ставим Sky Editor и Fog Editor. Теперь нужно нажать по ним правой кнопкой мыши и кликнуть «Изменить свойства». В Sky Editors вы должны поставить все черным и убрать звезды, нажав эту галочку. В Fog Editor вы должны выставить все ползунки на максимум. Также нам мешает солнце, поэтому ставим Sun Editor и опускаем его стрелкой вниз. Поле для создания сцен билда готово. Теперь переходим в Addons Legacy, и там будет наш SKProps. Здесь очень большой набор реалистичных пропов. Теперь самое главное — это идея. Вы должны придумать, что вы хотите изобразить. Лично я собрал сценку из набора пропов. Я особо не задумывался, но потом мне пришла небольшая идея. Но это не значит, что вы не должны. Процесс постройки сценбилда я ускорил. Пока расскажу, что такое сценбилд, но что многие могут не знать. Сценбилд состоит из двух слов английского языка. Сцен, что переводится как сцена, и билд, постройка. В общем, слово означает постройку сцены. Вообще весь процесс сценбилда заключается в том, что вы всю сцену строите с нуля сами. От окружения вплоть до освещения. Также важной частью является камера. Думаю, создать камеру вы сможете. Но чтобы создать красивый ракурс, вы должны взять фотоаппарат в руки, и после того, как вы его взяли, зажмите правую кнопку мыши и двигайте самой мышкой. Так будет увеличиваться и уменьшаться фов. Сделайте фов побольше, и будет намного красивее. После этого замрите и установите камеру, желательно статичную, чтобы она не улетела. Также для правильного позинга используйте Ragdoll Mover. Он намного удобнее и легче. Теперь самое время выставить освещение. Выберите инструмент Soft Lumps и обязательно выставите бинт на кнопку, чтобы можно было включать и выключать. Это важно. Теперь пропишите следующую команду и выставите лампу как глобальное освещение. После этого нажмите на нее правой кнопкой мыши и нажмите «Изменить свойства». Теперь, играясь с настройками, мы должны выставить так, чтобы вся сцена была полностью освещена. На экране вы видите, какая функция за что отвечает. После этого вы должны прописать вот эту команду. Теперь мы видим контур освещения. Также нужно выставить здесь обязательные параметры. Внимательно смотрите, на что я нажимаю. Теперь, когда вас все устраивает, пропишите эту команду. Но ничего не произошло, потому что нужно выключить и включить освещение на ту кнопку, которую вы забиндили. Да, не пугайтесь, так и задумано. Теперь пропишите эту команду и запомните ее.
потому что она возвращает тени в исходное положение. А теперь приготовьтесь к большим лагам. Пропишите это же значение, но поменяйте цифру на эту. После пропишите следующие три команды. Poster нижнее подчеркивание darken 0.5, Poster нижнее подчеркивание AA 1 и Poster нижнее подчеркивание soft 3. Но 3 это значение не обязательное. Это размер будущего арта. После того, как вы введете эту команду, начнется рендер. Итак, мы создали глобальный свет. Но чего-то не хватает. Правильно, отражений. Потому что свет — это не прямая линия, он всегда рассеивается. Берем инструмент Light Sprayer и летим и прям залетаем головой в наш источник освещения. И смотрим прямо в его центр. После этого зажмите английскую R и C. Видите эти зеленые точки? В этих зеленых точках должна оказаться полностью ваша сцена. С помощью FOV ухватите большую часть вашей сцены. Start Distance и End Distance выставите только вашу сцену. Поставьте Jitter на 1, а все остальное выставите как у меня. Теперь отпустите C, но R не отпускайте. И нажмите левую кнопку мыши. Если ничего не произошло, на это есть две причины. Первая, вы случайно удалили самый-самый первый проб, а именно подставку. Потому что этот инструмент не работает, если нажимать на саму карту JM Black. Но если же вы нажимаете на сам проб, но ничего не происходит, зайдите в консольную команду и вам там пишут, что нужно ввести. Введите эту команду и попробуйте еще раз. После этого должно получиться. Теперь идет рендер отражений. Когда рендер закончился, нажмите Show Light Points. Теперь вы видите точки отражения. Теперь введите эту консольную команду, и после этого начнется еще один рендер. Все. Самое основное вы сделали. Остальное мы закончим в фотошопе. Но это уже во второй части. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Демон Крафт. Всем пока.